Ребята здесь собрались из районов Новосибирской области, представлен Красноозерский район, но в большей степени представлен, конечно же, Искитимский район. Это ребята с Белого, это ребята с Ленева, это ребята с Бурмистрова и других муниципальных образований нашего района. Подъем в 8 утра, далее зарядка, завтрак и занятия по профилям. Распорядок дня у ребят очень жесткий, говорят педагоги. Свободного времени почти нет. Но несмотря на это, юные туристы в восторге от такого времяпровождения. Ой, туризм, он стал частью моей жизни 3 года назад. Вот он воспитывает во мне такие качества, как вот выносливость, сила духа, умение мыслить и креативно, и нестандартно, и все на свете. А приобретенные в туризме навыки обязательно пригодятся в жизни, считают ребята. Один раз просто случилось такое, что когда мы были на турслете, и у меня какая-то вещь попала на дерево, я уже точно не помню. И мне пришлось лезть на дерево, чтобы ее достать. Сейчас ребята готовятся отправиться в поход. Сегодня они уедут в Маслянинский район, а оттуда вернутся в лагерь по воде на катамаранах и байдарках. Поход рассчитан на 5 дней. По его результатам станет известно, кто из участников получит звание младший инструктор. Получают удостоверение. Это наше ноу-хау, можно сказать. Мы придумали, нигде в России пока этого еще нет, но это уже официально существует.